ДТП со смертельным исходом. Накануне в заводском районе Саратова погиб 10-летний мальчик. Четвероклассник перебегал Новоастраханское шоссе в неположенном месте. Водитель «Жигулей» 14-й модели пытался затормозить, но было уже поздно. Ребенок скончался на месте. Печальная статистика заставила сотрудников автоинспекции выйти на улицу и провести профилактическую акцию, в которой поучаствовал и наш корреспондент Роман Гальперин. Ром, много нарушителей? Паш, почти каждый второй. Но вернусь к теме, заявленной тобой. А мальчика каждый день встречали родители, но вот в этот день мама не смогла прийти в школу. А четвероклассник решил сократить себе путь и, к сожалению, попал под машину. Теперь эксперты должны выяснить, мог ли водитель 14-й модели остановиться, но вот тормозной путь был каким-то огромным, почти 40 метров. То есть скорость была высокая? Скорее всего. Но вернемся к рейду. Каковы его результаты? Сотрудники ГИБДД сегодня искали пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, не по правилам, останавливали исключительно взрослых, не детей, но никто из них так и не смог нам объяснить, почему они это делают. Давай послушаем, как они оправдывались. Почему вы перешли дорогу в неположенном месте? Почему перешли в неположенном месте? Слушайте, я опаздываю. Мы туда будем ходить. Но мы и не собирались. Отстань! Почему вы не в положенном месте перешли дорогу? Простите, пожалуйста. Вы не боитесь? Боюсь. У нас здесь нет школьного перехода. Почему здесь переходит проезжая часть? Я не без комментариев. Мало кому удалось вот так демонстративно уйти. Почти всем автоинспекторы выписали штраф 500 рублей. Нарушители пообещали, что больше такого так они делать не будут. И обещали рассказать своим детям, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. А любое воспитание с ребенком, оно по принципу «дело как я». Если родитель пойдет на красный сигнал светофора, то, естественно, ребенок в следующий раз повторит за ним и пойдет по тому же пути, по тому же маршруту. За 9 месяцев этого года произошло 300 аварий с участием пешеходов, половина из них по их же вине. Ну а вот вчерашний случай с мальчиком – это первый случай гибели ребенка в этом году на дороге. Надеемся, что больше таких случаев не будет. Надеюсь. Спасибо. Это был Роман Гальперин. Он рассказал подробности акции «Пешеход», которую сегодня провели сотрудники городской автоинспекции.